Общероссийский профсоюз образования хочет ужесточить ответственность за унижение учителей. Педагоги предлагают назначить штрафы за оскорбление преподавателя. Их сумма может составить от 4 до 150 тысяч рублей. А за физическое насилие в отношении учителя предлагается лишать свободы. Срок при этом может быть от 3 до 6 лет. Проект закона разработали, чтобы сократить случаи неуважительного отношения к педагогам. Кроме того, возможно, увеличат штраф за неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей до 3000 рублей.